Уже через час наступит 1 октября, а велосипеды все не убавляются. Посмотрите, какой красивый, просто обалденный велосипед детский принесли. Называется Stern Vicky Little Princess. То есть велик для маленькой принцессы. Весь очень красивый. Розовые покрышки, представляете, розовые покрышки. Фиолетовые колесики, фиолетовые педальки. Белая сиденьица, сзади сиденьица для куклы, чтобы можно было куколку сюда посадить и возить с собой, как будто вот возишь маленького ребенка, корзиночка. Вот видите, новый велик, документ. Вот это мы не придумали, куда прикрутить такие вот штучки. Почему-то они остались у нас незадействованные. Сделаны даже ручки декатлоновские. То есть декатлон придумал вот эту систему ручек. Видите, как тормозит. То есть ребенку очень удобно так вот сюда нажимать. Значит, типичная сборка. Втулки не крутятся вообще. Соответственно, снимали колеса, смазывали втулки, протягивали, чтобы они крутились хорошо. Чтобы добраться до задней втулки, надо снять защиту с цепи. Она тут крепится на кучу винтиков, на кучу болтиков. В общем, была целая история все это дело снять. Дальше каретка. Да, то есть вот между педалями, вот это вот называется каретка, подшипники там внутри насыпные, было затянуто настолько сильно, что невозможно было вообще даже это все дело повернуть. Соответственно, пришлось выжимать шатун и протягивать нормально каретку. Педальки, как обычно, на смазку. Рулевую закрутили. Всегда следите вот за этой гайкой, что эта гайка имеет свойство раскручиваться. И дальше сборка. Сборка просто титанический труд, потому что надо прикрутить крылья, прикрутить корзиночку, да, снять защиту, поставить защиту, прикрутить колесики. Прикрутить вот это вот сиденье для куклы. Здесь, соответственно, все катафотики приделать. Каждый винтик здесь был полностью откручен. Велосипед идет практически в полностью разобранном виде. Даже сиденье надо прикрутить, потому что оно идет отдельно от подседельного штыря. И вот эти штучки вставить. Даже рубашки, тросики не были воткнуты в тормоза. То есть это надо полностью ослаблять сначала все тросики, вытягивать сюда, закреплять и потом обратно закреплять. Все это настроить. То есть настройка просто, ну, очень много времени занимает. Тут даже не 4 часа, а то даже больше получается, чтобы все это дело собрать и настроить. Вот даже тут, смотрите, наклеечка какая красивая. Вот, велик, конечно, очень красивый. Он будет нормально кататься, потому что все здесь настроено, все отрегулировано, все смазано. Но, к сожалению, слишком он яркий. То есть покрышки будут пачкаться, сидушка будет пачкаться. Да, и грипсы будут пачкаться. То есть яркий, красивый цвет, но немножко маркий, скажем так. Велосипед падать не будет, соответственно, проблем никаких не возникнет. Здесь есть колесики, соответственно, бросать велосипед на землю никто не будет. И, скорее всего, не поцарапает. И внешне он будет в очень хорошем состоянии. Но вот именно сами покрышки будут пачкаться. Дальше, смотрите, обязательно, когда вы... Ой, за эту нельзя. То есть за эту штуку трогать нельзя, потому что она... Ну, как бы никак не закреплена. Когда вы ставите детские колесики, они должны стоять на разной высоте. Это нужно для того, чтобы велосипед как бы перекатывался. То есть ребенок должен учиться ездить на заднем колесе, и колесики немножко на разной высоте стоят. Соответственно, ребенок едет, старается выровнять, стабилизироваться, перекидывается на другое колесико, опять выравнивается. Если колесики будут стоять на одной высоте, то если он заедет колесом в яму, то он просто повиснет. Поэтому и нужно, чтобы колесики были чуть на разной высоте, чтобы он не мог в яме, скажем так, застрять. Обратите на это внимание, что всегда чуть-чуть там разница должна быть буквально, ну, чуть-чуть, может быть 5 мм, может сантиметр, но высота установки колесиков должна быть немножечко разная. Вот, здесь вот видите, уже с завода идут какие-то вот такие вот царапины на раме, но это все можно подкрасить, в крайнем случае, маркером или лаком для ногтей такого же синего цвета. Такой вот велосипед Stern Vicky на 16 колесиках. Прикольный, но очень сложный в сборке, очень сложный в настройке, очень сложный в регулировке и красивый, но маркий по свету по-своему.